10 суток ареста и уголовную статью заработала жительница Колпашева из-за отказа содержать свою дочь, сообщает служба судебных приставов по Томской области. 39-летняя женщина задолжала на содержание ребенка 360 тысяч рублей. Несмотря на трудоспособный возраст, она не работает, участие в воспитании дочери не принимает, девочка находится под опекой у бабушки. Местная жительница дважды была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов, однако обязательной работы отбывать не стала. Более того, начала прятаться от служителей закона. У приставов возникли все основания для возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов. Для того, чтобы ознакомить гражданку с постановлением, ее необходимо было доставить в отделение судебных приставов по Колпашевскому району в принудительном порядке. Женщина, увидев в окно приставов, заперлась. Приставы остались дежурить у дома, полагая, что неплательщица выйдет на улицу. Однако ситуация повторялась изо дня в день. Несмотря на явные признаки присутствия гражданки в квартире, двери никто не открывал. Через 3 дня женщина, просидев до глубокой ночи и дождавшись, когда приставы уйдут, ушла из дома, однако утром была найдена и доставлена в отделение. На приеме она не только ознакомилась с постановлением о возбуждении уголовного дела. Гражданка была оштрафована за неявку к судебному приставу в установленные сроки. Поскольку ранее она проигнорировала обязательные работы, в отношении нарушительницы был составлен протокол по факту уклонения от отбывания административного наказания. Суд, изучив материалы дела, отправил должницу под административный арест сроком на 5 суток, которые ей пришлось отбыть в изоляторе временного содержания. Покинув изолятор, гражданка вновь отправилась туда на 5 суток, поскольку второе административное наказание в виде обязательных работ также не было отбыто. Материалы уголовного дела за неуплату алиментов направлены в суд.